Я считаю, что это страшная трагедия, которая произошла на Украине, когда был сбит, как уже доказано, гражданский рейс с большим количеством жертв. Причем это был международный рейс, и то, что произошло, это просто страшно. И я считаю, что это уже последняя такая кровавая точка в ходе вот этой вот войны, которая происходит уже, которая началась на Украине. И этому нужно положить конец. Я надеюсь, что эта ситуация, которая произошла, Европа и мировое сообщество по-другому начнет смотреть на то, что происходит вообще в мире. Потому что сейчас начинают обвинять Россию во всем, делать какие-то поспешные выводы, что Россия сбила этот самолет, хотя никаких очевидных доказательств этому нет. И это совсем безосновательное обвинение. Вот.